Запись пошла. Приветствую всех, кто будет когда-либо смотреть это видео. Блять, и сразу микрофон. Блять, это Blade of Darkness. Охуенная старая игрушка. Надеюсь, в этот раз микрофон меня не подведет. Проходить будем за гнома, блять. Я забыл, блять, как им играть. Нахуй. А как он суперудар-то бьет? Блять, он его не бьет. О, пиздец, а ну я ж не играл несколько дней. Че тут уже все не работает-то? Блять. Сразу какое хуевое начало. Вот колотушка. Вот скимитар, который не гномское оружие. И вот дебильный топор, который нихуя не работает. Но я пока вместо него ничего лучшего не нашел. Как он бьет-то? Вот так, да? Блять, а? Ладно, с топором мы здесь ходить не будем, по-любому. Будем ходить с дубиной пока. Надеюсь, что-то хорошее за гнома еще найду какое-то оружие. Потому что помню, как я проебал за амазонку финальное оружие. Непонятно где, так я до сих пор и не понял. Ну, если я за гнома проебу, учитывая, что у него все оружие галимо, я так ему не пройду эту игру до конца, нахуй. Блять. Со всех сторон вылез, сука. Ну давай, хуй. Неплохо. Теперь ты, пидорас, блядь. Ты с бутылкой, да? Блядь, и гном не пробил суперудар. Ёбаный его рот. Бля, а? Долго мы ходили друг возле друга, ну, как бы это самое. Чё у меня с бухлом? Такое есть, такое есть, а полного зелья нет. Херово, блядь. Отнимает этот удар, блядь, пиздец. Я имею в виду, много энергии у меня тратит. Так, а, ключ я, что ли, этого хуя отобрал? Ну, щиты у них плохие. Story lock. Кстати, на этом уровне должна быть для гнома... Должны быть доспехи. Так. Я, правда, не очень помню, где они. Вот так примерно помню. Блять, гном. А, тут еще одно мясо. Жри давай. Везет, что они такие недалекие достаточно ребята. А этот тоже с дубинкой, сука, и ржет, блять. Да раз, а. Блять, а ч... Да ебаный в рот, а. Ну что-то да, мне плохо получается нажимать на эти кнопки. Щит у него, правда, дебильный. Так, вот здесь вот лучники где-то были, насколько я помню. А, и залезть надо вон туда наверх, по-моему. Или... Нет, а как я залезу? Я тут не залезу. Ага. Да-да. Мужик, ты как думал? Yeah.
Вот ты пидор, а. Да, вот с этим не... А что у него за меч за такое интересное? Что-то он нихуёво у меня отымел ему. Ну это дерьмо, наверное, какое-нибудь. Ладно, не будем дальше смотреть. Что ты икаешь-то, ёпта, заль... Издеваешься? Блять, сука. Вон еще один хуй стоит. И он не бьет. И опять он не бьет. А когда бьет, то промахивается. Я в рот трахал. Либо получает, да, вот. А, либо устает. Да что ж такое-то, а? Угу. Ты что, с ума сошел? Что сейчас вообще такое было? Блять, ты что, дурак? Блять, дебилизм какой-то. Что произошло-то? Хэви мейс, хуейс, так. Куда можно еще пойти? Там стоит мужик с ключом, наверное, я помню. А тут что еще есть? Вот ничего не вижу. Что у меня со щитами? Щиты у меня такие все. Лучше, чем у этих. Карлиц, вот, давайте посмотрим. Но я не думаю, что он лучше вот этого. Тут стоит, бля. Пидорас, а увертливый. Вот это я мудак, конечно. А что ты там рыгаешь-то у меня за спиной? У вас, ребят, не дохуя тут? Еще и лучник. Так. Идите, идите, что там, что сзади-то? Yeah.
Блять, ну. Да, давайте там друг с другом можете. Я. Да, сейчас придется таблетку пить. В смысле, бутылку. Еще один с бутылкой сдох. Так, ну надо выпивать что-то, потому что тяжело с ними как-то получилось. 150, не знаю. Что, больше ничего не пить, что ли? Я уже запутался тут. Я вот сюда ваш, а тут лучник. Тут, сука, лучник, пидорас. Так. Угу. Блять. Не, его... Его я бить не буду, потому что это долго и сложно, у меня не получится. Столько плохо я с ними подрался. Ну ладно, хули, блядь. Как подрался, так и подрался. Давай съебываем. Давайте сохранимся. Не буду пока бить больше никаких таблеток. Ну хотя, придется, наверное, тоже до уровня... Блядь, уровень-то как не скоро. Так, куда вот? О! Иди сюда, иди, давай, давай, да. Да, да, да. Ты дальше пойдешь? А ты дальше не идешь? Или идешь? Блядь! Как же вот, да, это. Смотри, что делается, а? Ну это пизда, да. Давайте заново. Что-то совсем не бьются эти суперудары. Я забываю, потому что, ну, он выдыхается от одного удара. Ты дубина, он выдыхается, блядь. Давай сюда, ребят. Как я понимаю, дальше они не идут. А дальше что ты будешь делать? Назад отступишь, да? Хули ж ты не бьешь то супер удар-то, а? Заеб уже, сука, меня. Ну ладно, убил того, что с бутылкой. Хорошо. А он так он промахивается. Ну все, он меня сейчас убьет. Ну я и так сдохну, так чувствую. Опять заново, ну что я могу поделать? Говно, значит, эта дубинка. Ну не бьет она. Либо коротко очень бьет, не понимаю. Нет, не бьет. Энергия отнимается, а дубинка не бьет. Ебанство какое. Эй! Эй!
Идем. Теперь, да. Опять ждем. Вот как долго. Опять щитом отбил, да, молодец. Ну как-то надо выбирать момент, но у меня не получается пока. А, ну тогда выпиваем. Уже буду бутылку тут бросать. Смотри, что сделал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, да. Сохранить. Как там лучники, туда лучше не бегать. Тут никого нет. Ой, какое уебанство. Просто пиздец. Просто слов нет. Замечательно. О! Ты-то откуда взялся, хуй, блядь, ссаный, собачий? Пиздец. Да. Мне вот куда, вниз или наверх? Давайте вниз пойдем сходим. Я уж не знаю. Киллер Экс. Так, подождите, Киллер Экс. Подождите, Шарп Экс. Тут у него с топорами хуй поймешь, блядь. О, бля. А он им бить-то сможет? Это охуенчик. Ну сейчас тут пиздюлей у меня будет получать. Я еще забыл про атаки с уходом, вообще забыл. Че, у варвара есть, у гнома. Так, как им драться? Значит, это вот этот вот, называется он Biting Axe. Как он по-настоящему называется? Я в рот не 16 уровня только. Ну ладно. Все лучше, чем этот. Не зря сходил вниз. Так. Теперь надо идти вперед, да? Тут чего? Можешь здесь ничего не будет. А, сухарь, да. Действительно. Даже два сухаря. Лучник сзади, это плохо. А, ты даже, блядь. Коротко все-таки гном бьет, и они его этими мечами достают только так. Тяжело, конечно, будет. Да, тяжело играть за гнома, тяжелее, чем за амазонку. Это однозначно. Тут там пыхтит за стеной, тут чего. А, вот он там ест, кстати. Кого-то там ешь, чувак. А тут хуй какой-то стоит.
Куда мне падать? Это вот ничем бить как. Давайте к этому. А он... Падай, бля. Места мало. Я его там долго буду, ребят, бить-то. Хорошо, что у меня вот этот топор есть. Тут что, еще что кто-то есть? Не, мне такого счастья не надо. Гном застрял, пидорас, блядь. Жирный, блядь, бочка ебаная. Так, давай, сука. Блять, он уже перестал бить циклон, да, нахуй это. Блять, да я в рот ебал. Ну смотри, что творится, а. Не перестал циклон бить. Хуй мне, а не уровень. Зачем я сюда пришел? Посмотрите, как он жрет вот этого мужика. Даже двух. Боюсь представить, что он с ними сделал перед тем, как их есть. Дабл сворд. Ну это навряд ли мой. Дабл сворд. Ну-ка. Покажи мне. Вот этот. Дабл сворд. Ого. Надо его брать, чё, хули. И Great Mace. Ну, Great Mace я, наверное, брать не буду, она мне нахер не нужна. Мне и Double Sword-то не особо нужен, если честно. Думал, может, за него опыта навалят, но за него особо опыта не навалили, блядь. Ну замечательно. Что, может, мечик мы тебе испробуем? После этого он на мне его испробовал. Тут кто? А тут никого. По идее. Бочка, ну неужели, блядь, в бочках ничего нет? В бочках, походу, дела ничего нет. Ну отсюда я, походу, дела пришел, да? Или нет? Как я мог отсюда прийти, если я вниз упал, блядь? Пусть знает, куда идти. Что вот здесь у нас? Блядь. Какой-то хуесос, блядь. Блядь. Что, я уже подзаблудился? Давайте сюда зайдем. Блядь, тут опять же кто-то есть. А, тут на 16 тысяч. Вы, ребят, не охуели? Я выпил это зелье, блядь, сраное, ебаное. Ну, давай, блядь. Это надолго сейчас. О, 30 туда. Ну, если гном будет вот так застревать, то...
может меч взять, он как-то помощнее, чем этот топор. Хорошо, что этот вот хмырь, он такой... В целом недалекий. Давайте меч попробуем, а? Меч сказал, а не эту хуйню. А он не бьет мечом. Циклон-то. Кого еще бить, я не знаю. Ну долго этот, ну муторно, ну а как еще-то? Ну что он, блядь, особо-то и не бьет эти самые. Ага. Ну, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Все. Вот что это сейчас было за хуета? Ну все, я на грани, короче. С какого-то опять ебаного бага. Смотри, что творится, а? Ну что такое-то? Вас еще двух пидорасов, блядь. Ой, блядь. Тоже дурной какой-то супер удар, блять, а? Пиздец какой. Тоже голимый удар. Он мало того, что еще и не бьется. Не-не-не. А что такое-то?
вообще теперь биться перестал. Ага. Тоже какой-то короткий. Да, у гномов все топоры какие-то уебищные, если честно. Все до единого, блядь. Ну ладно, хоть уровень поднял. У меня теперь другой вопрос. А где броня для гнома? А, может она, кстати, вот тут. Ну, этот топор, ладно, он хоть сильно бьет относительно. Разбей бочку, а. Мать, а. По-моему, где-то вот тут его броня. А это может вот там. Деревянный щит, и вот она, да? О! Правда, толку от нее. Мудобляцкий тоже удар. Мало того, что он не бьется, то есть нужно удар, вверх и удар, потом вверх и прыжок как-то. Я сам не понимаю, как я это делаю, блядь. Когда получается. Ладно, похуй. Что сделал, блин? Классные звуки издает. Только одна и польза от него, блять. Хуёвый персонаж, если честно. Косое оружие, короткое, блять. Варвар лучше однозначно. Нажимать сначала атаку, потом вверх и прыжок одновременно. Все равно он не делает. Либо сначала прыжок вверх, а потом сверху прыжок. Ну непонятно, короче. Yeah.
Да, ладно. Ты мне вот сюда стало быть, да? Тут чего? О, блядь. А что ты там встал-то? А что ты уже бутылка? Ты, блядь, ну мудак, а? Знаешь что? Иди сюда. Давай, давай, давай. Пидорас ебаный. Попробовать еще раз. Может, не будешь теперь так уставать от дубины? Да нет, все равно он охуенно от нее устает, блядь. Там два ебаный рот. Ага. Блядь, а? Чё он через бок-то бьёт? Ничего? Хм, непонятно. Через блок бьют. Да, нормального оружия, походу, дела у гнома вообще нет. Так, вон там дальше какая-то комната была. Здесь что интересного я не помню. А, здесь бутылка интересная, бери. Small shield, а это что такое? Что это такое за small shield? Блять. А-а-а. Он прочный. Так. Ну полезли отсюда нахуй. Ты что, издеваешься? Thank you.
каркасы стоят, в рот им хуёв побольше. Как мне с вами драться, мудаки? Я ничего не мог с этим поделать. Ну, это просто блядство. Честно, блядь, уже бесит. Вымораживаю. Здесь руна. Рун надо забирать. Но еще уха нет. Хуя какой промах. Хуя, блядь. Опять не попал. Пошел по своим, а. Я пошел за руку. Ты можешь там, а, блядь, хуя. Головка от хуя, блядь. А, я вижу, что висят эти самые. Надеяться. А как же надо было-то? Я забыл, как здесь проходить, блядь. Не надо, что ли, кнопку нажимать? Да брось ты, ёб твою. Куда бросил, кто перебросил. А, сейчас можно бежать, да? Не надо ничего нажать. А, сейчас надо из лука ее нажать, да? Понятно. Если мне стрел хватит. Agreed to create a place where they can all live together. And how Ayana, the
beloved daughter of the Father, created in this world a beautiful garden filled with life. Now, anger among you, the Prince of Darkness, visited his siblings and lived with them. Давайте опять сохранимся, я уж не помню, что надо делать, по-моему, просто сбежать. Кто там, блядь, орал, ёбаный его рот, блядь? А мне вот сюда куда-то, да? Нет, не сюда мне надо. Так, но он не успевает. Испаряет. Что у вас за щиты, кстати? Дайте проверим, заценим. Тот был что-то 2000, а этот... Ну-ка. И 500. Я эти буду забрать. Красные щиты. Так, здесь есть у вас что-то ценного, ребят. Чё, могу что ли делить? Блять, там лучник стоит, я помню, сука, пидорас его. Такой, блять. Ну-ка, ещё опять. Гном, ты ёбаный мудак, блять. А если будет, то будет промахиваться. Просто ебить. Ну и так, может быть, оно и лучше. А что? Четыре места в жизни, надо сейчас что-то пить будет. А потом очень неспешно все делает. Вот что я делаю не так? Что не так я делаю? Что я не так делаю? Может бросить действительно? Потому что это... Какие ворота, блядь, не лезет. Сейчас я не буду его бить, потому что он еще... Классно было, мне очень понравилось. И очень верное решение сейчас он принял. Убрать кубину. Сейчас он отличное решение принял не бить. Посмотри, что делает. Вот эти комбинации, они прожимаются с вероятностью 50 на 50.
знаю, как еще с ними драться. Ну куда ты? А где теперь мой меч? Нет того, что... Пока бить не буду, наверное. А, кстати, вот здесь вот оружейные. Но там, по-моему, для меня ничего нет. Для оружейных. Ёбаный брод. Он туда поэтому и не лезет. Сложным таким, если бы он пил. Если бы он пил. А он еще и промахивается. Так, а? Ничего не получается. Иду туда. Все равно пить, я же как я, как это как бенюхи без этого. Ну, ударил несколько раз, да, больше и не надо перерыв. Сделать.
проклятие. Давай пей. Я не знаю, что. А тебе. Сейчас еще второй раунд. Yeah.